Артек является самым большим детским оздоровительным центром. У каждого лагеря есть свой оттенок формы. Синий, фиолетовый, желтый, зеленый и красный. В лагере есть команда КВН, сборная Артека. Артек был открыт 16 июня 1925 года и состоял из четырех больших брезентовых палаток. В самый разгар холодной войны американская школьница Саманта Смит написала письмо Андропову, благодаря которому попала в Артек. Саманта Смит была первой девочкой из Америки, побывавшей в Артеке. Названия лагерей соответствуют названиям корпусов. Например, в лагере Речном корпуса называются Волга, Енисей и Лисалки. Зимой в Крыму нету снега, а в октябре уже на горах есть. В морском лагере 8 корпусов. Что на самом деле значит Артек? Первая версия. Лагерь называется так, потому что он находится на берегу реки Артек. Вторая версия. С греческого Артек означает медведь. Третья версия. Артек значит перепелиный остров. Айдак в переводе медведь-гора. Самый большой лагерь на территории Артека – морской. В Артеке зимой работает только 5 лагерей – янтарный, хрустальный, морской, кипарисный и лазурный. На территории Артека очень много ядовитых растений, например, тис ягодный. Морской лагерь раньше назывался Нижний. Самая длинная очередь в столовой за вкусными блинчиками.